Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Dragon Hills 2. И у нас второй эпизод, здесь должен быть у нас, по идее, второй зомби-босс. Поехали! Опа, чувачков снесли просто-напросто, ветром их сдуло, точнее, сдул их я. Иди отсюда, хламон с тележкой, стоит он здесь, прохлаждается. Так, монетки, монетки, эх, монетки я никак не возьму, ребята. Так, вот это вот хорошо, забираем. Подпрыгиваем здесь. Хотелось бы посмотреть, что у нас будет здесь за босс такой. О, тихо, ребят, вот так нельзя дурковать. Это же у нас кислота, она опасна для нас. Очень быстро мы от нее погибаем. Поэтому будем тихонечко вот так вот. Оп, тихо. Ай-яй-яй, ребята, ну вы поняли, да? Слишком поздно я заметил кислоту, прыгнул. Как говорится, не прыгнул, точнее, а в землю стал зарываться и как раз на нее попал. Так, у нас с вами 179 монет. Что мы можем за них купить? Оу, какие тут будут драконы прикольные потом. Ёлки-палки. Так, зомбинати. Ну да, понятно. Дикий Запад у нас потом откроется. Так, ладно. Давайте мы, наверное, с вами... Здесь не хватает. Да, не хватает, к сожалению. Тогда купим энергию. Пускай у нас будет еще одно дополнительное сердечко. Оно нам здесь не будет лишним. Потому что больно быстро нас тут разбирают эти охламоны все. Понеслась. Так, будем действовать потихоньку, ребятушки. Стоят охламоны. Опа-на, всех снесли нафиг. Да, мы даже, кстати, с вами еще не видели, что здесь за босяра. А вот тут надо нырять. Йо-оу. Слишком рано, тихо. Тихонько. Ух. Так, щит. Ё-моё, да что ж за фигня-то. Оу, ребята, прошел как батька просто-напросто. Даже нигде не поцарапался. Хе, классно. А вот он, ребятушки. Битва с боссом. Ага, значит, у нас опять тут чувак на тачке. У него циркулярка. Плюс он по мне стреляет, гаденыш, а? Так, может быть, нам не стоит, ребята, под землю заныривать, а? А вот так вот просто пойдем нахрапом. И будем его бомбить. А ну-ка, иди сюда. Как бы тебя приподнять-то? Во, во. И обо что-нибудь его сейчас звездануть бы хорошенечко, да, ребят? А что такое? Почему? Почему у меня... Слушайте, ребята, честно говоря, я не понял, почему у меня стали отниматься хп. Я вроде бы никуда не попадал, по мне никто не стрелял. Ты, ладно, давайте переиграем. Как вы помните, первую серию я очень долго проходил. Я думаю, что здесь будет тоже не все так быстро, как мне хотелось бы. Но нам спешить некуда. Юху! А тихо, щит. Ух, блин, не получилось у меня занырнуть. Но зато второй щит мы с вами разбили. Отличненько, просто-напросто. Так. Будем лучше с вами на поверхности здесь шариться, если что, занырнем. Если мы увидим какую-нибудь с вами кислоту. Так, ну здесь мы ничего делать не будем. О, пистолетик, ребят, смотрите, вот он. Я хочу его взять, я давно хотел посмотреть, что он делает. Ай-яй-яй-яй-яй. Я его проскочил, к сожалению. Тихо, не надо меня в кислоту, елки-палки. Что ты, чувак, на мотороллере там газует, смотрите, надо его. Вот так вот, подбили. Ага, братцы-акробатцы у нас тут на подъемном кране. Тихо, давайте его. Черт, хотел перевернуть, не получилось, ребят, к сожалению. И опять здесь у нас энергетический щит, елки-палки, как он мне поджарил. Во, босяра, ребят. Так, нужно его из-под земли доставать, ребят, вот я вот... Ах ты, мимо. Черт подери, у меня пол хп, ребят, осталось, это просто ни о чем. Блин, по большому счету, ему 3 раза или 4 раза хорошо звездануть, и он будет готов. Оу! Ух ты, чудо! Да что ж... Ух, сколько монет набрал-то, ёлки-палки. Тихо. Кислота нет! Ребят, а мне здесь никак не выкрутиться было. Если бы я даже поехал бы по поверхности, я бы все равно бы попал под струю. Ладно, 144 монеты все равно не хватает ни на что. Блин, какой противный босс, а? Он нам усложняет всю задачу тем, что он по мне стреляет. Вот в чем проблема, ребят. Если бы он просто ездил бы, как тот первый бы, я бы уже давным-давно его порвал бы. Вот так вот, отлично, ребята. Нам еще нужны вот эти вот мозги, вот этих вот зомбарей. О, тихо, смотри, сколько здесь. А, нормуль получился. Опять эти ребята на кране. Слушайте, они стреляются еще, оказывается. Ну, да что ж такое-то. Я попал из этого крана под щит. Ты смотри, сколько их здесь стоит, а?
Так, и вот опять босс. Ну, довольно быстро мы до него доходим. Еще бы было бы хорошо, если бы мы быстро его также и разбили. Так, отлично. Один удар есть. Так, ё-моё, вот это я попал. Под обстрел, блин. На, гад. Блин, да, ребята. Слушайте, слишком быстро меня здесь выбирают. Вообще быстро, вы понимаете? 23% мозгов мы собрали. Ну, вот. Ага. Так, ну что, давайте тогда улучшим, наверное, уровень скорости сделаем, да? Я так понимаю, мы будем с вами быстрее двигаться. Так, эти придурки тут с бензопилами на тележке. Первые смертники. Опс, снесли их. Так, отлично, монетки, все это нам обязательно нужно. Блин, а там внизу какой-то был бонус. Так, ныряем, ребята. Да елки-палки, сколько здесь этих щитов стоит, а? Смотрите. Кислота, нафиг она нам не нужна. Оу, щит, да ладно тебе. Блин, и опять, ребята, у нас остается мало жизней. Ах, здесь-то как? Ай-яй-яй. Вот мы и погибли. Ну, ребят, здесь никак нельзя было выкрутиться. Можно было бы перелететь как-то поверху, но фиг его знает, у меня не было там прыжка. А надо было предвидеть это все. Еще вся трудность в том заключается, что, ребята, у нас постоянно меняется ландшафт. Он никогда здесь не будет повторяться. Поэтому ты никогда не знаешь, что там тебя впереди будет поджидать. Где нырнуть? Эй-эй-эй, эй-эй. Неплохо я их знаком приголубил. Так, ребята, я не понял, а что здесь полицейская машина идет как босс, тоже с хпшкой, вы посмотрите. О, тихо-тихо-тихо, ствол. Ах, вот он что делает. Ребят, смотрите, я теперь могу стрелять. Прикольно. Так, тихо, блин, да что ж ты. Ай-яй-яй, здесь-то как. Ух, повезло. Так, ныряем опять, ребят, смотрите. Ай. Вот тебе и поныряли, блин. Вообще, разбирает нас здесь просто на ура. Я ничего не могу сделать с этой кислотой. Может быть, когда-нибудь у нас будет где-нибудь защита какая-нибудь от кислоты. Может, новый какой-нибудь дракон сможет увиливать от этой кислоты. Но в данный момент мы уязвимы, причем очень сильно. На. Так, собираем мозги, собираем. Тихо, тихо. О-о-о-о-о, да куда ж... Да, я взял пистолет, но... ХП у меня очень-очень мало. Так, ох, снесли, замечательно. Да, все-таки, когда мы стреляем, у нас есть преимущество. Мы можем просто так издалека их всех разбомбить. Ну что ты сопротивляешься, а, зомбарь? Смотрите, так я его не задавил, нифига. Так, это что у нас просто... Ага, понятно. И у нас босс очередной. Ну, не очередной, все тот же самый. Ну, мы до него наконец-то дошли. Черт, с одной стороны, ребята, мне невыгодно подпрыгивать вот из-за того, что он по мне попадает. Ну, а если под... А что слу... А что случилось-то сейчас? Чё-то я не понял, ребята, я выпрыгнул и сразу же отдуплился. Он по мне что, заряд сделал или... Блин, тут так все быстро происходит, я даже не успеваю понять, если честно. Ладно. Хрен с ним. В общем, я так и не договорил, ребята. Тут с боссом невыгодно, по большому счету, подпрыгивать высоко вверх. Потому что в этот момент он стреляет, и все патроны попадают по нам. Нам нужно либо какими-то маленькими прыжками его бомбить, либо в него что-то бросать, чтобы хпшки у него отнимались. Так, ладно. Ох, смотрите, сколько здесь машин-то замуровано в здании. Эти не задели чуть-чуть. Так, а вот эти вот монетки, я и не понял, что они делают нам. У нас копится какая-то шкала. Может быть, мы потом можем быть неуязвимыми. Тихо, полицейский, хорош тут шутковать-то так. Так, монетой, да? А там кислота внизу. Так и есть. Но нас просто так не возьмешь. Ребят, смотрите, вот там какой-то приз. Был ящик с левой стороны, но... Опять мотороллер. А ну-ка, догоним мы его. А, его снесло нафиг просто-напросто ящиком. Так, в принципе, должен быть уже где-то сейчас босс. Ну, где-то хламон. Вот, сейчас появится, ребят. Вот он. Командир Фернандо. Так, хорошо. Понимаете, он по нам не может попасть. Вот, видите, он стреляет вверх. Ай, ёпрасоте. Идите отсюда, хламоны. Так, надо подлавливать. Вон, блин, да зачем я сделал, ребят? Там был бонус какой-то под знаком вопроса. Ну... Черт подери, на волоске просто держимся с вами от гибели.
Так, ну, машина где-то позади. Вот она, вот она. Сейчас будет бомбить по нам, стопудово. Так и есть, я под каждый патрон попадаю. Ну, что за непруха? Глупость какую-то сделал, если честно, сейчас. Ну, давай в кислоту. Да не я же, блин, я хотел этого дурачка в кислоту бросить. Эх. Так, 31% мозгов у нас там, типа. Так, давайте вот это лучше тогда. Навык бурения. Теперь мы, наверное, будем буриться лучше, да? Ну, быстрее под землю забуриваться. Так. Ну, я, ребята, в принципе, другого ничего не ожидал. Я вам, как говорил, в первой серии, если кто не видел, посмотрите, как я там старался с этим боссом. То же самое происходит и здесь. Ничего так просто у нас здесь не будет. О, ствол, 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 ребята. Ну, да возьми ты. О, отлично, есть. Теперь будем стрелять с вами. Так, кислота, блин. Дурацкий, вот по-дурацки я, ребята, сделал. Лучше бы я так проскочил, бог с ним. Ну, хотя, тоже, наверное, немало бы урона она мне нанесла бы. В общем, вот из-за кислоты погибаешь больше всего. В принципе, это единственная фигня, которая меня быстро уничтожает здесь. Мне нужно как-то накопить 500 очков, ребята. Я купил бы себе еще хпшки. Так. Я, кстати, не заметил, чтобы лучше у меня было бурение, если честно. Как было, так оно и осталось. В чем преимущество, фиг его знает. Нате, полицейские, получили свое. Уху, перепрыгиваем. Кислота, тихо-тихо, отлично. Здесь все нормуль. Так, эти тут на крану все балуют. Воу. Не перевернул, опять же, их. И вот босяр и стреляет уже по мне, да? Нет, не попал. Да почему ты не можешь постоянно, как сказать, именно в него-то выпрыгнуть? Ёлки-палки, нифига тут бомбануло. Так, еще и поезд какой-то здесь, а вообще замечательно. Слушайте, а можно, знаете, как, ребята, маленькими прыжочками такими, знаете? Так, тихо, вот это вот невыгодно. Давай, давай. Оу, просто в хлам этот электропоезд разнесли. Так, ребята, у нас с вами два сердечка. И у босса, блин, еще дофига жизни у него. Так, 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 ох ты. Ровно половина у него осталась. Слушайте, я в какую-то подземку спустился. Ну, 39% у него. Пускай он там стреляет, хоть застреляется мне по барабану. Так, мы взяли с вами бонус. Ага, это ствол. Отлично. Где босс? Вот он, босс. Ну, расстреливаем его. Да елки-палки, у него там осталось-то чуть-чуть. И у меня немножко осталось хпшек. Только не это, только не это. Да что ты выстрелить не можешь уже туда? Да ядрёно ты вошь. Ребят, если он сейчас шмальнет, мне кранты, блин. Ну, глупо, глупо было сейчас вот в данный момент. Вообще, я не знаю. Там осталось-то ему всего лишь один выстрел сделать, и он бы был готов. Но нет, как видите, карта легла именно против нас. Хорошо, давайте следующую попыточку с вами предпринимать. Да давай ты быстрее там уже делай своего дракона. Понеслась. В принципе, ничего сложного в нем нету. Я уже в этом убедился в боссе. Главное не тупить и дойти до него как можно с большими хпшками. Собрали здесь все. Монетки, монетки, это хорошо. Чем больше монеток мы с вами заработаем, тем лучше сделаем себе апгрейд. И быстрее, соответственно. Так, что ты там машешь своей бензопилой никчемной? Так, уже босс, ё-моё. Понятно, давайте его подлавливать. Ох ты, как замечательно сейчас вышло. Пускай, пускай стреляет. Мне он сейчас никак не мешает. Так, куда он там рванул? Мне бы в него что-нибудь бросить бы такое. О, тихо, ё-моё, щит. Кислота! Ты посмотри, и он, главное, гад, упал, но почему-то он жив. А я погиб. Гад он этакий, а? Так, сколько у меня? 177 золотых монет. Я ничего вообще не могу сделать. Как-то здесь деньги очень-очень медленно копятся. Мне бы какую-нибудь, знаете, такую штуку, которая могла бы примагничивать все эти деньги, чтобы мне не прыгать за каждой монеткой, а просто они бы собирались сами. Было бы неплохо, я думаю.
Так. Блин, по одной монетке собираешь, как олух. Иди отсюда, зомбарь. Так, опять щит. Смотрите, как я прохожу, а. Как профи, тихо. Я ее разбил, но потерял одну хпшку. Так, пистолет мой, отлично. Опять у нас подземка. Блин, да нафиг надо было нырять. Надо было просто проскользить. Я бы прошел, нет, вот испугался, а. Черт подери, блин. Да, такими успехами мы будем с вами 1000 лет проходить этот уровень. Ядрена вошь. Да идите отсюда, вы уже достали эти 2 зомбаря изначальных. Один в тележке, другой с бензопилой, блин. Так, тут у нас какой-то металлолом, хлам всякий. Юху, нате, получите. Так, опять пистолет, тихо! Ёлки. Ну, ребята, здесь просто без комментариев. Вы сами прекрасно видели. Это ж надо было так наинелепейше погибнуть, блин, в этой кислоте. Главное, причем первую я проскочил, а во вторую лужу все-таки полностью занырнул. Ладно, все равно, ребята, пройдем. Никуда он от нас не денется. Вот поверьте мне, я не успокоюсь, пока я его не завалю. Это будет все ровным счетом, как и в первой серии. Единственное, конечно, что многие скажут, зачем ты столько делаешь вот этих вот повторов, ребята. Но если я буду снимать, точнее, при не снимать, а при монтаже оставлять только когда я завалю босса, ну, эта серия получится, извините меня, меньше минуты. Поэтому приходится мне все-все абсолютно оставлять, как оно есть. Без, как говорится, без мухляжа. Так, вот я вот так буду, ребят, вот так вот. Как дельфинчик, ёпросоте. Опа! Черт подери, вот этот мусор меня заставляет просто выпрыгивать очень высоко. Хочу я этого или нет? Так, ладно, 65% у него. Это он же? Он. Да чтоб тебе, блин! Да куда ты лезешь-то под самые патроны? На, гад! 39%. Уже что-то, ребята, уже что-то. Ну давай, я жду, что ты там собираешься делать? Стреляет. Переждали мы этот момент. На-ка, получи! 24%. Ух! Слушайте, ну у меня 1,5 сердечка осталось. Тоже не очень много. Так, ловим. Ай, не то, не так все получилось. Так, а вот здесь не поныряешь, ребята. Здесь кислота у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда? Ай, а по-моему я его все-таки подбил или нет, ребята? Отлично, 2 из 6 получено. Да, ребята, и я его все-таки подбил. Блин, ну сложно, очень сложно было. Я не знаю, что нас ожидает с вами впереди, но мы это увидим с вами уже в следующих сериях. Ну а на этой ноте я буду завершать свое видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то ставим лайк, подписываемся. И до следующих, ребята, новых свежих видосиков. Всем пока, всем удачи и до скорого.